На территории Нарьян-Мара совершено несколько нападений на женщин. В двух случаях неизвестные вырвали из рук потерпевших сумки. Одной женщине удалось дать отпор злоумышленникам и сохранить свое имущество. Во всех случаях жертвами преступников стали женщины высокого возраста. Нападения на них происходили в вечернее время в микрорайоне, расположенном вблизи магазина «Заря», включая улицу Южную города Нарьян-Мара. В связи с произошедшим стражи порядка призывают жителей округа при нахождении в общественных местах и на улицах проявлять бдительность. По возможности избегайте неосвещенных переулков, не поворачивайте спиной к подозрительным лицам, сумку лучше держать не в руке, а через плечо. Если вы стали свидетелем ограбления или жертвой грабителя, постарайтесь запомнить любые особенности одежды, внешности, речи или поведения нападавших, о чем незамедлительно сообщите в дежурную часть окружной полиции по номеру 02 или 102 с мобильного телефона.